столица Восточной Пруссии. Отсюда в июне 1941 года гитлеровские орды ринулись на нашу землю. Сюда летом 1944 года, после разгрома немцев в Белоруссии и Литве, вышли войска Красной Армии. Заняты боевые рубежи у Восточной Пруссии. В стереотрубу виден немецкий город Ширвинд. Это уже Германия. Здесь, у входа в свою берлогу, немцы воздвигли мощные укрепления. Командование частей Красной Армии тщательно изучало систему вражеской обороны. Пояса надолб. Противотанковые рвы. Укрытые в железобетон огневые точки. Спокойно и уверенно командиры частей изучали обстановку предстоящего сражения. Данные разведки сверялись с показаниями языков. Немецкое командование поставило здесь отборные эсэсовские части, в том числе танковую дивизию СС «Герман Геринг». Все данные собраны, нанесены на карты, сообщены частям и подразделениям. Шли последние приготовления к наступлению. В частях зачитывали обращение военного совета фронта. Мы стоим грозной силой у границ Восточной Пруссии, обогащенные огромным боевым опытом, со жгучей ненавистью в сердце, мы вступаем на территорию ненавистного врага. Мы переходим в наступление, чтобы выполнить задачу, поставленную товарищем Сталиным, добить раненого немецкого зверя в его собственной берлоге. С командного пункта передан приказ. По логову врага огонь! Огонь! Советских снарядов обрушивается на немецкую землю. Это только начало. Ждут своего сигнала самоходные пушки и танки. Ждет сигнала командир тяжелого самоходного орудия, брат Зои Космодемьянской, гвардии лейтенант Александр Космодемьянский. Удары нашей авиации потрясают германскую землю.
бой самоходная артиллерия, и в том числе орудия Александра Космодемьянского. За сестру! За Зою! Огонь! Белорусского фронта. Командующий фронтом генерал армии Черняховской, генерал-лейтенант Людников, генерал-майор Бойко, генерал-полковник авиации Хрюкин, генерал-лейтенант Макаров. Сигнала к атаке. Немецкой обороны прорвана. В пробитую брешь двинулись танки с десантами пехоты. Господствует наша авиация. С воздуха бьют по врагу советские штурмовики, прозванные немцами «Черная смерть». Немецкий город Ширвинд. Немцы взорвали мост через пограничную реку Шишупа. Танки форсируют реку. Предостерегающий знак. Внимание, государственная граница. Запоздал
тяжелое предостережение. Они никак не думали, что им придется сдаваться в плен на своей земле. Пришлось. Разгромлено укрепление противника на подступах к Ширвинду. Перемолота вражеская техника. Вот все, что осталось от мощного немецкого ДОТа. Единственный уцелевший немец обалдел от ужаса. Ширвин. Уничтожая наши города, немцы думали, что их города недостигаемы. Памятник Вильгельму. Здесь кладбище немцев, уложенных русским свинцом еще в 1915 году. Поучительные знаки истории. Теперь немцы получают последний урок истории. В немецком городе томились в неволе советские люди. За колючей проволокой, в сырых холодных ямах, похожих на могилы, страдали они, ожидая смерти. Пригнали сюда из-под Смоленска, Ленинграда. Немецкие палачи не щадили ни стариков, ни детей. Воины Красной Армии спасли их от гибели. Ширвинда. Герои-победители выстроились на центральной площади. Бойцы клянутся родине, Сталину, не щадя жизни, идти вперед до полной победы. Другой немец.
немецкий город Эйткунен, гнездо разбойничьего прусачества, центр немецких контрабандистов, шпионов, диверсантов, пытавшихся пробираться отсюда в нашу страну. Наши войска на подступах к городу Шталупенен встретили ожесточенное сопротивление. Враг решил удержать этот город во что бы то ни стало. И здесь не устояли немцы перед сокрушительным огнем нашей артиллерии. Взят. Гитлеровские бандиты прошли по многим городам и столицам Европы. Они обратили в пепел и руины тысячи городов и сел. Возмездие обрушилось на Германию. Площади Адольфа Гитлера идут победоносные советские войска. Война идет на вражеской земле. Восточная Пруссия, осинное гнездо прусского милитаризма. Отсюда тевтонские орды псов-рыцарей совершали разбойные набеги на литовские, польские и русские земли. Отсюда же вероломно напала на Советский Союз и гитлеровская Германия. Разгромленные в Белоруссии и Прибалтике, немцы превратили этот свой форпост на востоке в сплошной укрепленный район. Всю Восточную Пруссию прорезали полосы укреплений. На восток и на юг ощетинились немцы фортами, дотами, колючей проволокой, минными полями. Населенные пункты, хутора, фольварки, их здесь десятки тысяч,
стали опорными пунктами. Огромная, мощная крепость лежала перед войсками 3-го и 2-го белорусских фронтов к началу зимнего наступления Красной Армии в январе 1945 года. Командующий 2-м белорусским фронтом маршал Советского Союза Рокоссовский. Командующий 3-м белорусским фронтом генерал армии Черняховский. Войска 2-го и 3-го белорусских фронтов, прорвав эту мощную систему укреплений, с боями подошли к жизненно важным центрам Восточной Пруссии. Немцы посеяли ветер, теперь они пожинают бурю. Огонь войны на улицах немецких городов. Тильзит. Крупный город Восточной Пруссии. Здесь ведут бои войска 3-го белорусского фронта. Немцы готовились к упорной борьбе за город. Они превратили дома в укрепленные точки, изрыли улицы траншеями. января 20 Тильзит был взят. Остатки разгромленного гарнизона сдались в плен. Город Тильзит в течение 7 столетий был одним из форпостов германского милитаризма. Здесь каждый дом, название улиц, площадей были для немцев напоминанием о разбойничьей славе прусской военщины. Людендорф-пляц, площадь Людендорфа. Она названа именем генерала, теоретика и практика кровавой тотальной войны. Мост через Неман. Он носит имя прусской королевы Луизы. «Капитулируем» написано на плакате. Это означает, мы никогда не капитулируем. На дорогах Германии происходят радостные встречи. В развалинах рыцарского замка скрывались эти украинские юноши и девушки. Мария Синченко и ее подруги никогда не забудут долгих месяцев бесправной рабской жизни под чужим небом, на чужой земле у помещика Альберта Кричер. Другой участок могучего наступления Красной Армии. Здесь сражаются войска 2-го Белорусского фронта. Они вторглись в пределы Восточной Пруссии с юга. Конногвардейцы генерал-лейтенанта Осликовского завязали бои на подступах к городу Алленштайн. Первым ворвался в город старший лейтенант Персидский. Условия уличного боя заставили конногвардейцев спешиться, но они действуют так же стремительно и напористо, как и в конном строю.
Район вокзала перешел в руки наших частей. Они прорвались сюда смело и неожиданно. Эшелоны врага были приготовлены к отправке, но в расписание немецких поездов советские бойцы внесли свои изменения. Второго января город Алленштайн был полностью очищен от немецких войск. Кто из советских людей не мечтал во все годы войны об этом победном марше по улицам немецких городов? Эйнштейна. Им не удалось бежать. Все дороги были уже в руках советских войск. Фольксштурм. Новый вид тотальной мобилизации. Последняя надежда Германии. Эти так называемые мирные немцы лишь кажутся скромными обывателями. Еще вчера они называли себя нацией господ, а русских считали рабочей силой восточных провинций Германии. Маргарита Генсе, мать двух сыновей. Один из них Франц, эсэсовец, был участником убийства Зои Космодемьянской. Другой, Густав, нес охранную службу в лагере смерти Майданек. Эльза Грубер, жена крупного чиновника. Немец в кепке, фабрикант. Он травил собаками советских девушек, отданных ему в рабство. Его опознала белорусская девушка Мария Гаврильчик. Все они соучастники разбоя немцев на нашей земле. Все они рабовладельцы. Их будет судить суд строгий и справедливый. Никто не уйдет от возмездия. Алленштайн – это город, сохранивший следы владычества тевтонских псов-рыцарей. Замок Алленштайнов. Старинный замок, основанный тевтонскими рыцарями в 1348 году, один из древнейших центров прусского юнкерства, рассадник прусского духа и изуверства. Времена и под знаком кайзеровского орла, и под сенью фашистской свастики здесь вдохновлялись грабительские войны, несшие миру разорение и смерть. Это не замок, это мрачное сооружение, памятник-усыпальница фельдмаршала Гинденбурга, из рук которого получил власть ефрейтор Гитлер. Сооружен по приказу Гитлера в 1934 году, взорван по приказу Гитлера в январе 1945 года. Об этом рассказывает Отто Сендер, смотритель усыпальницы. Развалины памятника – это обломки былой военной славы Германии. Дороги Восточной Пруссии тоже говорят о закате военной мощи немцев. Представитель расы господ. Спрятавшись в разбитой машине, он вряд ли сейчас думает о превосходстве германской расы. Немецкие породистые коровы. Они брошены бежавшими хозяевами и теперь бродят недоенные, некормленные по полям и дорогам Пруссии. Thank you.
ослабевает темп наступления советских армий. Бесконечным потоком движутся наши части по Восточной Пруссии. На рассвете 22 января наши части подошли к городу. Это горят дома тех, кто огнем и мечом прошел по нашей земле. Пусть же они вспомнят теперь пожарища Вязьмы, Ржева, Смоленска, Минска и многих других городов наших. На землю Германии пришло возмездие. Всего 3 дня тому назад инстербургская газета «Тагеблат» утверждала: немецкая армия прочно держит оборону, и никогда русским не быть в Инстербурге. Искусство сталинских полководцев разрушило расчеты немцев. Из фашистской каторги выходят иностранные рабы. Здесь и военнопленные союзных стран, и рабы, согнанные в Германию со всех концов Европы. Англичане, французы, американцы. Они идут на восток, унося в сердце горячую благодарность к освободителям. На всех языках Европы звучат приветствия Красной Армии. Войска 3-го Белорусского фронта продолжали вести бои на Кёнигсбергском направлении. Каждый дом, каждый хутор превращен немцами в укрепленную огневую точку. Из этого дома бьет немецкий пулемет. Горит подожженная немецкая самоходная пушка. В сарае засели немцы. Это немцы. Они сдаются в плен в зоне обстрела. Перед войсками 2-го Белорусского фронта поставлена задача прорваться к побережью Данцигской бухты и отрезать восточно-прусскую группировку немцев от центральных районов Германии. С боями продвигаются танковые части генерал-полковника Вольского.
крупнейший узел коммуникаций. Через него проходит дорога Кёнигсберг-Берлин. Он блокирован нашими частями. Осуществляя смелый и стремительный рейд, подвижные части прорезают вражескую территорию. Танки прорвались в Данцигской бухте. Прибрежный город Толькемит взят. Восточно-прусская группировка немцев отрезана. Наши войска ведут бои на уничтожение окруженного гарнизона города Эльбин. Наступающие штурмовые отряды глубоко вклинились на улицы города. Февраля гарнизон Эльбинга капитулировал. Эльбинг – второй по величине промышленный город Восточной Пруссии. В Эльбинге до 40 крупных предприятий, выпускающих военную продукцию, машиностроительные, химические, автомобильные заводы, судостроительные верфи Шихау. Здесь строились подводные лодки, торпедные катера, сторожевые суда. Выйдя к Балтийскому морю, наши войска прочно стянули стальное кольцо вокруг восточно-прусской группировки немцев. Судьба немецких войск, окруженных в Кёнигсберге, предрешена. Восточная Пруссия уже никогда не будет плацдармом немецкой агрессии, устремленной на восток. На побережье залива Фрижат. Сражение длилось 17 дней и завершилось полным разгромом противника. Кальгольцергахен, где разыгрался последний бой,
прибыл маршал Советского Союза Василевский. Взором маршала и сопровождающих его открылась картина грандиозного побоища юго-западнее Кёнигсберга. Нашли бесславный конец десятки немецких дивизий со всей своей техникой, вооружением, боеприпасами, со штабами и транспортом. Одни пушек, минометов и пулеметов немцы потеряли здесь больше 12 тысяч. Здесь была полностью и теперь уже навсегда разгромлена танковая дивизия «Великая Германия». Это ее танки. Прижатые к берегу на полосе в 20 километров метались гитлеровцы по этому аду, ища спасения, и везде попадали под губительный огонь. Без сильной ярости в последние часы они расстреляли всех своих оставшихся лошадей. Расстреляли, чтоб не достались русским. Объятые паникой, видные гитлеровцы пытались проскочить отсюда, из Восточной Пруссии, на запад. Последний экспресс Кёнигсберг-Берлин. Он так и не дошел по назначению. Они потеряли здесь, в Халлигенбайле, новый авиазавод. На заводе трудились их рабы, иностранцы. В каждом цеху были эсэсовцы-надсмотрщики. Они находились в этих огневых точках. Верность и стойкость. Заклинал своих солдат Гитлер. Оглушенные, подавленные, они понимали только одно – спасение в плену. Пятьдесят тысяч гитлеровцев из 130 тысяч сложили здесь оружие. Остальные были уничтожены. Ликвидация этой группировки врага держала предпоследний этап битвы за Восточную Пруссию. Оставалась прусская твердыня Кёнигсберг. Под Кёнигсбергом в эти дни было тихо. Наступило время недолгого солдатского отдыха. 200 лет назад на этих же местах отдыхали, расположившись биваками, предки наших победителей, солдаты Суворова. Особенно активно действовала разведка. По много раз на день возвращались с задания самолеты-разведчики. Регулярно день за днем производились аэрофотосъемки. Они доставлялись в штаб, где напряженным и кропотливым трудом создавалась карта Кёнигсберга. Ратный труд тысяч людей был вложен в этот фотодокумент. Десятки тысяч добытых сведений, многие ценой жизни. Квадрат за квадратом выявлялись на карте все подробности и детали этой сухопутной и морской крепости, крепости первого класса Кёнигсберг. Уточнялись и проверялись последние данные воздушной разведки. Штаб генерал-полковника авиации, дважды Героя Советского Союза Хрюкина. Штаб генерал-полковника авиации, Героя Советского Союза Попивина. И когда все было предусмотрено и учтено,
командующий фронтом принял решение взять Кёнигсберг звездным штурмом. Штурм начался сразу с 8 направлений. Теперь уже не разведчики, а штурмовики и бомбардировщики появились в небе над Кёнигсбергом. Час дым и пыль превратили ясный весенний день в пасмурный. Лично руководя штурмом, маршал Василевский прибыл на наблюдательный пункт. Удары авиации и артиллерии слились воедино в непрекращающийся огневой шквал. По бетону и стали врага били морские орудия крепостного типа. Их подвезли сюда по специально построенной железной дороге. Приближался к стенам Кёнигсберга. Появились первые, пока небольшие, группы пленных. Разгромлены и подавлены долговременные укрепления у самого города. Внешний обвод крепости Кёнигсберг прорван. Штурмовые группы уже вели бой в городских предместьях. С юга войска генерал-полковника Галицкого прорвались в район главного вокзала. За вокзалом был выход к реке Прегель, а там недалеко и центральные районы города. Тараном рассекали здесь немецкую оборону славные гвардейцы полковника Толстикова. Перед бойцами открылась Прегель. Кольцо вокруг гарнизона Кёнигсберга сомкнулось наглухо. Отступая вглубь города, немцы взорвали все мосты. Это не остановило переправу. Переправлялись как могли, с одной мыслью – скорее не дать врагу опомниться. Вместо упавших в воду пролетов подвели баржи.
правом берегу Прегель и начиналась центральная часть Кёнигсберга. Шедшие с этом часть уже спустили на воду кантоны и баллоны. На поддержку пехоте двинулись через реку самоходные пушки лейтенанта Самосина. В северных предместьях Кёнигсберга часы начался штурм форта Король Фридрик III. Они открыли шлюзы, чтобы закрыть руки на боявшие форты. Последний бросок. По штурмовым лестницам бойцы устремились к стенам форта. Остатки гарнизона не выдержали и капитулировали. Король Фридрих III пал. Так один за другим пали под ударами наших войск все 13 фортов этого немецкого города-крепости, восточно-прусского бастиона Германии. Теперь, когда линия фортов была сокрушена, начался бой в самом городе, в центральных кварталах. Командный пункт разместился в трамвае. Улицы натыкались бойцы на засевших в подвалах немцев. Героем этих схваток стал ефрейтор Сосин. Улицы
улицы простреливается. Чтобы сблизиться с врагом, надо пройти через подвал горящего дома. Немцев защищает толстая кирпичная стена. Саперы закладывают тол. Чаще и чаще встречались бойцам такие вот тряпки, знаки капитуляции. Заваленные баррикадами, не оставшиеся огневые точки немцев не могли отсрочить развязку. Падение Кёнигсберга приближалось. Только старинная городская крепость Цитадель. Укрывшись за ее стенами, немцы могли надеяться лишь на чудо. Но чудо не пришло. Пришел конец. Наши части ворвались в Цитадель. Пала Цитадель. Взят Кёнигсберг, столица Пруссии. Вековой оплот германской военщины Роки. Наш оператор заснял тех, кто сокрушил последние укрепления Кёнигсберга. Каждому из них вручена именная благодарность верховного главнокомандующего маршала Сталина. Взяты в плен. Комендант Кёнигсбергского укрепленного района, генерал от инфантерии Ляш, его заместитель, генерал-лейтенант Микош. Генерал-майор Хенле. Генерал-лейтенант Шперль. Тысяча 800 немецких офицеров всех чинов и родов войск. 92 тысячи солдат. Огромная колонна пленных отправлялась в этот день на восток. Когда последние 10 тысяч еще шагали улицам Кёнигсберга, начало колонны было уже далеко за пределами гор. Thank you.
прибыл маршал Советского Союза Василевский. От былого величия Кёнигсберга остались одни памятники. Память Бисмарку. Памятник Вильгельму. Военная и гражданская власть при в руки советского военного коменданта. Комендант города и крепости Кёнигсберг, генерал-майор Смирнов, допрашивает пленных. Из предместий, из убежищ возвращались в город цивильные немцы. Было время, они молились на Гитлера, кричали «Хайль!», прославляли войну. И война пришла к ним. Они ждали падения Москвы, дождались падения Германии. 7 столетий назад основана эта цитадель прусачества. В этих древних замках короновались когда-то прусские короли, собирались в набеги рыцари-разбойники. В 1758 году здесь, в осином гнезде прусаков, побывали победоносные русские армии, поставившие на колени Восточную Пруссию. Веками здесь повторялся призыв «На восток!», и они шли на славянские земли, захватывали, грабили. Так было и в наши дни. Это книги и рукописи Украинской Академии Наук. Потеряв Кёнигсберг, немцы потеряли первоклассный порт и военно-морскую базу на Балтийском море. Красная армия одержала блестящую победу. Захвачены огромные трофеи. Мощные краны торгового порта с грузооборотом больше 2 миллионов тонн в год. Десятки различных судов, грузовых, пассажирских, буксиров. Захвачен недостроенный крейсер новейшего типа «Задлиц». Немцы привели его сюда из Бремена, спасая от англо-американской авиации. Крупные трофеи. 2 плавучих дока для ремонта морских судов. Взятие Кёнигсберга – это победа советского солдата, советского военного таланта. Взятие Кёнигсберга – это канун краха гитлеровской Германии.